Всем привет и добро пожаловать на канал HoodieG2K. Ставим пометку о начале брейка сегодняшнего. Всем спасибо за сбор, что собрали брейк. Так, все. Отметку поставили. Время 20:32. Вот такой пакетик достается Кристиану Кейджу за максимальное вложение в брейк. Спасибо. И начнем. Две коробки селекта и одна коробка призмов. Ну, начнем давайте с селекта. Тут у нас оранжевые параллельки, шиммер. Номер. Так, соответственно, 6 пакетиков. Всем удачи и поехали. Открывает сегодняшний брейк у нас новичок Арланда. Далее Ирвинг. За Ирвингом у нас Сан-Антонио и триколор Green, White, Purple. Это у нас новичок Майами Хит Никола Йович. Так, Дибук, Феникс. Далее новичок у нас Кристиан Браун для Наггетс. Новичок для Вашингтона Джонни Дэвис. И первое оранжевое это у нас Аюдасунму Чикаго. Так, новичок для Мемфиса. Тарис Макси, Филадельфия. Кевин Портер, младший, Хьюстон. И еще одна триколорка. Не новичок. Это Кейт? Да. Это Детройт. Поздравляю Лешу. Красивая карта. Так. AD. Это у нас Лейкерс. Далее новичок Тари Изон для Хьюстона. Под ним еще один новичок для Пеликанов. И тут у нас подсерия. Турба. Это новичок Бенедикт Матюрин для Индианы. Индиану вроде бы Дмитрий забрал, Дим Саныч. Отличная, красивая карта. Поздравляю. Кристиан Вуд, Даллас. Это у нас Барнс, Торонто. Кевин Дюрант. Тут он в форме Нетс, но Санс уходит. И еще одна оранжевая. Это Бен Адебайо, Майами Хит. И последний пакетик в этом боксе. Новичок для Нью-Йорка, Киллс, Брэдли Бил, Вашингтон, премьер Вейвел Джоэл Эмбит для Филадельфии и еще один триколор, перевернутый, не новичок, новичок все-таки, да, тут внизу же пометка, Макс Кристи, это премьер Вейвел для Лос-Анджелеса. Лейкерс, соответственно. Так, вторая коробочка. Так, номер. Все те же 6 пакетиков.
Погнали. Джейлен Брансон, Нью-Йорк. Джа Владимир. Есть уже такой, но все-таки Джа. Это Терри, новичок Чикаго. И триколорка новичковая. Это Джабари Смит-младший. Поздравляю. Отличная карта. Порзингис, Визардс. Иван Мобли, Кавс. Кат для Миннесоты. И оранжевый шиммер для Сакрамента, это Даррен Фокс. Новичок Немхарт для Индианы. Ламело Болл. Новичок Уэсли для Сан-Антонио. И тут у нас Сильвер будет. Брансон. Да, это Джейлен Брансон, Нью-Йорк. Эрджи Берретт, Нью-Йорк. Новичок Шейден Шарп для Ильи. Айю Досунму, Чикаго. И еще одна потеря, это Numbers, вероятнее. Да, это для Майами. Джимбо, Numbers. 22. Два пакетика по селекту осталось. Бэм Адебайо, Майами. Новичок для Атланты. Вот такая карта у нас для Хьюстона. Это Кевин Портер младший. Конкурс вроде. И оранжевый шиммер Премьер Лейвел. Это новичок Болдвин, да, для ГСВ, премьер лейвел, поздравляю. Ну, а Кевин Портер, это у нас кортсайд, не конкурс, кортсайд. И заключительный пакетик по селекту. Орландо. Майами Хит. Премьер Вейвел для Бостона. И еще одна Сильвер. Джа? Джа. Владимир, поздравляю. Серебряный Джа. Отлично. Так, ну и коробочка призма. Номерок. Также 6 пакетиков. Поехали. Лейкерс. Нан. Сразу у нас Крейкет Эйс для ГСВ. Болдвин. Далее. У нас серебряная карта новичка Гризлис и базовая карта для пеликанов, это Грэхэм. Муди, ГСВ, Каруза, Чикаго, подсерия Доминанс для Чикаго, Демар Дерозен. И под ним Патрик Юинг, Нью-Йорк Никс. Макс Трус, Майами Хит. Далее Энтони Дэвис, Лейкерс, Крейкет Эйс. За ним для Вашингтона Вилл Бартон, который сегодня подписал контракт с ЦСКА.
и новичок Скотти Пиппен для Лос-Анджелеса. Вашингтон, да. Тут вот все. Престон, Клиперс, Брюс Браун, Наггетс, Эмерджент для Атланты и легенда Стив Нэш для Феникса. Малик Монк для Сакрамента. О, Джордан Кларксон, Юта, Крикет Эйс. За ним Сильвер, Маркус Смарт, Бостон. И далее новичок Джейлен Вильямс, не тот Джейлен, для Окс. И заключительный пакетик. Динвиди, Даллас. О, у нас будет авто. Да, вероятнее. Сейчас посмотрю. Да, у нас будет авто. Тут Стефан Карри пойдет на рандом USA. И Дилан Брукс, Мемфис Гризлис. Заключительная карта. Так, ну что, будем тянуть. Так. Я догадываюсь, что это за команда. Да, это Сан-Антонио. Док Макдермот. Отлично. Достали автошку. Супер. Ну, потом все уберу красивенько. Сан-Антонио поздравляю. В итоге, кому досталась команда. Супер. Всем спасибо за участие. И после этого брейка будет мой первый марафон с призами, с розыгрышами. Думаю, к середине недели все это организую и всех вас жду. Всем спасибо и до новых встреч. I'll be in New York with the gangsters. Know a nigga that'll shoot you for a tandem.